Так, ребят, сейчас у нас видос будет iBalance Bandit с мотовилкой. Он у нас такой тестовый. Прошел огонь и воду. Вольтаж 64,7. Пробег у него уже под 700 километров. И 62,6 уже. Здесь поменьше у нас уже стало. 62,6. В принципе, как-то так. Ну, посмотрим, кто кого. Ну что, давайте. Так, у нас, в принципе, iBalance Bandit с мотовилкой. По заявленным характеристикам производитель 45 ампер, контроллеры тоже стоят, но там не синусные. И 128 Ультрон 2020 года с синусными контроллерами на 45 ампер. На Ультроне Рома с весом 97 килограмм. На Бандите Коля с весом 82 килограмма. Ну что, готовы? Да. На старт, внимание, пошли! Восьмой ушел. Да, причем с весом 15 килограмм плюсом. Ну там уже Бандит немножко догнал, но там надо уточнить сейчас у Ромы, как он притормаживал или нет. Сейчас обратно ребят приедут. Ничего себе, Бандит-то ушатал, смотрите, на обратном пути-то. Бандит ушатал 128-й. Так, одноглазый подъехал, Бандит. Но мне кажется, здесь как раз играет роль вольтаж и его вес. Сейчас поменяемся. Давай, давай. На обратном пути, я как понял, все, да? Там без вариантов, ты прям это... А? Ты не оттормаживался, когда вот Коля тебя ушел на Бандите? Он в ту сторону. Меня начал обгонять, и я начал тормозить. А, все, я понял. Когда мы ехали, он меня обогнал. Все. Так, ну что, друзья, понеслась заезд, очередной тот же самый. Поменялись райдерами. Бандит на Бандите Рома. Так, ну что, давай пока машина. Раз, два, три! Коля на Бандите Рома. И Коля ушел, но мне кажется, Рома догоняет там. В итоге. Все, Бандит ты сделал. Ну, без вариантов, в общем. В итоге, короче, Бандит сделал 128. На Бандите, конечно, вольтаж немножко больше. Лучше заряженный. Но я все видел, ребят. Ну что, Ром, впечатление с вами расскажись, поделись, пожалуйста. Я что, блин, замерз так, аж заговариваюсь. Динамика Ультрона выше. Так. По поводу скорости, я его очень медленно, но обгоняю. Ага. То есть, здесь либо все-таки вольтаж, и тут два деления играют роль. Так. Ну, либо он действительно бодрее. Угу. В плане скорости именно. Угу. Если скорость выше, то выше не намного, километра на 2-3 максимум, прям предел. Угу. Я имею в виду именно километров в час.